Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео я вам покажу разгадку на загадку. Вот, и у нас сейчас будет загадка. Высокое положение. Если вернешься на остров Кеос, найди брата мраморного льва. Он гордо стоит у убежища Аполлона. Ты найдешь меня у него на спине. Смотрим, открываем карту. Вот мы на острове Кеоса. Вот, я переместился сюда. Вот наше убежище Аполлона. Ну, ищем брата. Но я просто знаю, где этот брат, потому что тут даже у нас есть фотография этого льва. То бишь, нам надо сюда. Я даже отметочку поставлю, чтобы было проще. Ну, вот он, видите. Лежащий лев охраняет Кеос, а от Ксении не уберег. Ой. Мясо, я и меняюсь. Видите? Так, ну что, пошли дальше. Ну вот он наш лев, мы до него добрались все же. И где у нас? Да, на нем. Загадка вот разгадана. Так, открываем наш рюкзак, смотрим. Да, загадка пройдена. Так, еще раз показываю вам на карте, где это у нас место находится. Получается, вот остров Кеос. Вот. И вот здесь вот рядом с морем у нас находится наш лев. Вот. И ну что ж, у меня на этом все. Если кому-то помог, это хорошо. Все, всем пока.